Всем привет, вы на канале ТВКТО, и это продолжение такого как мини-сериальчика, третья часть My Little Pony, школьная экскурсия. Итак, начинаем. А что это? Дракон. Классификация разящий. Точнее, такой же породы, как и беззубик. Ну, почти что. Какой страшный... Учительница, вы же учительница, как бы. Ничего такого, что с вами ученики, они как бы тоже боятся. А вы больше учеников боитесь. Да, но тут же... Да я знаю, что тут дракон, у меня дома дракон. Ай, он меня поцарапал. Ой-ой-ой. Сейчас мой беззубик будет злиться. Ну и каким это образом? Так, лучше отъехать, учительница. Господи, как он у тебя злится, мамочки родные. И это он меня защищает. Что вас привело в этот лес? И что вы мучаете моего дракона? О, нет, кто она? Так, девочки, не бойтесь, сейчас учительница выйдет. Добрый день, мы всего лишь заблудились. Это школьная экскурсия. Мы едем в отель, в городок небольшой. От этого места очень далеко до ближайших городов. Что вы забыли в моем лесу? Мы правда ничего не хотим вам сделать или вообще что-то такое. Просто скажите нам, как добраться хоть до ближайшего города, где есть большая гостиница. О, я вам не дам добраться. Я вам дам только у себя в темнице посидеть. Нападай! Нет, учительница! Куда ты? Учительница, прячьтесь. Так, здравствуйте. И кто ты такая? Обычная поняшка? Необычная поняшка. Я та, кто приручила ночную фурию. Ты? Ты та героиня, которой молит весь свет, так скажем. Да. Поэтому мой дракон на тебя нападет и защитит нас всех. Мой беззубик самый добрый дракон. И ты его не уничтожишь. Глазам своим не верю. Ночная фурия, они существуют. Ну, а ты как думала? Их уже как тысячи лет никто не видел. Признайся, кто ты такая, твое имя, что ты тут делаешь, с какой целью ты на нас воевала драконом? Вы потревожили мой покой. Твой дракон начал орать. Точнее, что-то по-драконьему говорить. А я драконий язык не понимаю. Я тоже. Но ты шикарная девочка, ты приручила ночную фурию. До этого никому не давалось приручить столь ужасного зверя. Да, видно, все же ты не враг. Хорошо, я сниму с себя эту штуку. Ты обычная пони, как и мы? Ну да. А что? То есть, и ты говоришь по-нормальному? Ну да, это так запугивают других. То есть, ты тоже подлечила драконом? Эх, судьба у меня нелегкая. Сейчас все расскажу. Вы можете пройти ко мне в дом, у меня дом тут рядышком, и переночуйте, а потом я вас доведу до вашего этого отеля. Так можно слезать уже сверху?
Ой, да, можно. Давайте я вам все по порядку расскажу, как все это было. Сейчас я буду показывать, как она, точнее, как это все было. Ну что ж, начнем. Я потерялась в лесу, бегала туда-сюда, звала о помощи. Помогите, кто-нибудь! Но никто не отвечал. Я металась, и вдруг что-то страшное напугало меня. Силуэт непонятный. Я поняла, что это было что-то похожее на дракона, но не придавала этому значению. Но оно ко мне подлетело. Существо было настолько страшным. Классификация — это Скрилл. Да, я знаю, что это Скрилл. Он подошел ко мне. По легенде, к тому, кому точнее подойдет Скрилл, умирает сразу, так как он же стреляет током, его ток мог меня убить. Но нет, он меня зачем-то откинул. Это было больно. Но потом, когда я обернулась, то там упало дерево, оказывается. Я его очень похвалила за это и приручила. Он стал моим другом и хранил меня ото всех бед. Укрывал от дождя, когда надо. Я научилась даже, так скажем, летать на нем. Ну, конечно, не так, как, наверное, другие. Хотя у меня есть крылья. Но мне было лень просто самой летать. Я им управляла, очень его любила. Но однажды я подумала, зачем мне возвращаться, если у меня есть дракон. И стала хранительницей этого леса. Леса драконов. В настоящее время. О, понятненько. То есть у тебя тоже друг дракон. Ну, питомец. Ну да. Давайте я вас проведу в хижину, и вы поедете дальше на экскурсию. Но этот лес почему странный? Потому что в него никто не ходит. Я тут одна живу, потому что здесь царство драконов. Правда? А, конечно, извините за вопрос странный, но нет ли здесь таких, как он? Нет, не видали, но говорят, что есть скрытый мир драконов. Да? Где живут странные, такие же существа, как они. Да? Но их не называют так, как этих ночных улей. Название этим драконам не дали, так как они белые. Никто не додумался их назвать. Но это легенда лишь. Ну, а легенда может быть правдой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока-пока. Продолжение следует.